В Омске 12 человек пострадали в аварии с маршрутным такси. ДТП произошло на улице Гагарина. Водитель «Мерседеса» врезалась в микроавтобус «Форд», полный пассажиров. На этих кадрах видно, как прохожие бросаются на помощь пострадавшим. Неравнодушные мечи помогли пассажирам выбраться из микроавтобуса. По предварительным данным, его не пропустила водитель «Мерседеса», которая пыталась перестроиться. Уходя от столкновения, маршрутное такси врезалось в ограждение. Стекла в автомобиле вылетели, сиденье сорвало с креплений. Сейчас 12 пассажиров находятся в больнице, среди них двое детей. При этом два человека в тяжелом состоянии. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Дело взяла на контроль прокуратура. Оба водителя при этом утверждают, правила они не нарушали. У меня 20 лет водительского стажа, ни одной аварии нет. Я ехала по своей полосе, стала поворачивать. Еще не стала поворачивать, включила заблаговременно поворот. Я, конечно, очень сожалею об этом, хотя я не считаю, что виновата. Очень жалко людей, которые пострадали. Она поворачивала, ударила меня, выпихнула сюда. Я видел, что она поворот включила. Я по своей полосе ехал, по общественному транспорту. Она не видела, говорит, поначалу, не заметила. Думала, я далеко. То есть не уступила дорогу? Да, не уступила.